Елімізде доллар емес теңге маңызды. Өйткені біз Қазақстанда теңгемен өмір сүреміз. Теңгемен сауда жасап, есеп айырсамыз. Бүгін осы тұрғыда елбасы ұлттық валютаны еркін айналымға жіберудің маңыздылығы жайында да айтып өтті. Если подумать, что было бы, если бы мы принципиально не пошли на отказ от бесконечного поддержания курса тенге за счет средств национального фонда, это означало бы, что все люди казахстанские и государства, и граждане оказались бы сегодня во много крат беднее. Но, может быть, простому человеку сходу трудно это понять, но это понять можно, потому что расходовые запасы, деньги, которые накопили, мы их не будем иметь в будущем. И все, их снова надо зарабатывать. А для чего, спрашивается? Наши общенациональные накопления были бы быстро проедены, рухнула бы финансовая система, закрылись бы производства, потому что экспортеры ничего от этого не получали бы, не могли платить зарплату и вести производство. Разорились бы мелкие предприятия, выросла бы безработица, был бы скачок инфляции.